понимаете, здесь инвалиды, блин, живут вообще во всем Китае. Первый раз с Антоном спустились в китайское метро, отдали 12 юаней, 120 рублей. Вот такое метро, такая система безопасности, чтобы никто не падал на рельсы. Ну, по Антону проблема, нету пандуса, знаю, как обычно. Будем надеяться, что разберемся либо по электронному табло, либо будут остановки объявлять на английском, потому что у нас тут предстоит пересадка. Ладно? Все, ребята.